السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دوسرے ممالک سے مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے. По милости Всевышнего Аллаха гости из разных стран уже стали приезжать для участия в Джальсе Салана. И как только дни ежегодной Джальсе Салана приближаются, количество гостей из далеких и близких стран увеличивается. Начинают также приезжать на Джальсу гости из других городов Великобритании. Помимо гостей мусульман Ахмади, которые приезжают для обретения благословения Джальсе Салана в Великобритании, приезжают и другие гости, не мусульмане и не Ахмади. Некоторые из них являются представителями государственной власти, государственные чиновники, интеллектуалы и другие влиятельные люди. А также приезжает достаточно большое количество людей, относящихся к средствам массовой информации. Все эти гости не Ахмади очень внимательно смотрят на все, что происходит на Джальсе Салана. И обычно на них положительное впечатление производит наша организация и система служения волонтеров. И это открывает новые пути для проповедования, посредством которых люди знакомятся с Ахмадиатом и стараются больше узнать об общине. Так что в эти дни наши волонтеры, мужчины и женщины, юноши и девушки, являются молчаливыми проповедниками общины. И так посредством СМИ весть об общине распространяется по всем уголкам мира. В настоящее время, по причине некоторых событий, внимание СМИ обращено к общине. Так как, например, здесь, в Европе, после нескольких террористических актов, некоторые члены общины
и мужчины, и женщины приложили усилия для того, чтобы донести до средств массовой информации истинное понимание ислама. Сыграл в этом свою роль и отдел прессы общины. И после этого некоторые СМИ опубликовали интервью членов нашей общины. Мировые средства массовой информации посредством членов общины познакомили весь мир с мирным учением ислама и распространили информацию об общине по всему миру. И чем больше таких событий происходит, тем больше мир знакомится с общиной. Одним словом, во время ежегодной джальсы Салана Всевышний Аллах посредством проведения этого мероприятия распространяет благовестие ислама по всему миру. Когда мусульмане Ахмади посредством программ и докладов джальсы стараются увеличить уровень своей духовности, гости из числа не Ахмади и представители СМИ, помимо того, что они слышат о нашем учении и веровании, когда они видят общую высокодуховную атмосферу джальсы и то, какое сильное чувство служения и гостеприимство проявляют ахмадийские мужчины и женщины, они видят практическое проявление красивого учения ислама. И как я уже сказал, это является очень важным средством по проповедованию Ахмадията. Так что на волонтеров возлагается очень большая ответственность. И где бы и на какой бы должности ни работали эти волонтеры, каждый из них имеет свою особую важность. И каждый работник и руководитель должны помнить об этой ответственности. Любой обычный работник, будь ли это маленький мальчик, который поит гостей водой, или кто-то другой, когда он выполняет свою обязанность с большим вниманием и самозабвением, то с одной стороны, это приближает его к довольству Всевышнего Аллаха, а с другой стороны, это производит большое впечатление на гостей из числа не Ахмади. И гости, участвующие в джальсе, рассказывают о своих эмоциях в связи с тем, что они увидели и ощутили на джальсе. Есть также обязанности у руководителей. Которым следует помнить о том, что они должны не только требовать от своих помощников и работников выполнять свои обязанности, но и должны стараться сами работать со смирением, как помощники и обычные работники. Они должны не только проявлять мягкость по отношению к своим помощникам и гостям, но и помогать им. Гости по их лицам должны понять, что они обладают чувством смирения и мягкости. Они должны проявлять мягкость и должны установить высокий уровень нравственности. Всегда надо помнить о том, что гостеприимство является очень важным качеством, и оно не должно пониматься только как обеспечение гостей пищей и напитками, а также жильем. И на самом деле работа каждого отдела, участвующего в работе джальсы, имеет свою важность, даже если он не имеет названия.
Любой человек, приезжающий на джальсу, является гостем. И каждый человек, выполняющий свои обязанности на джальсе саляна, работая в любом отделе, должен предоставить гостям все необходимое для них, используя для этого все возможности, которые есть. В связи с этим Хазрат Обетованный Мессия Алейхиссалям выразил свои эмоции, которые являются для всех работников и руководителей джальсе саляна руководящим принципом. Хазрат Обетованный Мессия Алейхиссалям в одном месте изрек: «Я всегда беспокоюсь о том, чтобы ни у одного гостя не возникло чувство дискомфорта. И для этого я всегда увещеваю о том, что для гостей, насколько это возможно, должны быть предоставлены все удобства». Затем Хазрат Обетованный Мессия Алейхиссалям изрек: «Сердце гостя очень чувствительно и ранимо, подобно тонкому стеклу, которое разбивается от малейшего удара». Так что мы должны всегда помнить об этом, и если возникают такие ситуации, мы должны стараться предоставить гостям все удобства и комфорт, даже если нам придется пойти против своих желаний. Я хочу обратиться ко всем руководителям. Если они проявляют мягкость в отношениях с людьми, имеют хорошую нравственность и терпение, и обладают мужеством выслушивать даже неразумные вещи, то их заместители и помощники будут относиться к гостям так же. И они будут проявлять такую же нравственность и установят прекрасные примеры гостеприимства. Но если у руководителя отдела строгое лицо, отсутствует мягкость в речи и отсутствует качество внимательно выслушивать людей и проявлять терпение, то их заместители и помощники будут вести себя так же. Так что для установления гостеприимства высокого уровня руководителям отделов необходимо анализировать себя, и они должны стараться проявлять смирение и кротость самого высокого уровня. Как я уже сказал, гостеприимство состоит из работы не одного и не двух отделов, а работа каждого отдела является важной частью гостеприимства, будь ли это отдел по обеспечению жильем, или отдел по приготовлению пищи, или отдел по предоставлению пищи, отдел транспорта, отдел по поддержанию чистоты, обеспечению туалетами и душами, или отдел по обеспечению медицинской помощью, или работа молодежи, показывающей гостям дорогу, или отдел по обеспечению безопасности. Каждый из них, а также и другие отделы, все они являются хозяевами и должны обеспечивать хорошее гостеприимство. Люди, ответственные за обеспечение жильем, должны помнить о том, что они должны проявлять особую заботу об обеспечении местом отдыха и ночлега женщин и детей. Несомненно, эти дни являются летними днями, но иногда могут быть и бывают и прохладные ночи. И в Хадикат-уль-Махди, где проводится джальса саляна, температура по сравнению с Лондоном бывает на 4-5 градусов ниже. Так что те люди, которые приезжают со своими палатками, должны учитывать это и должны приезжать, хорошо подготовившись к этому, имея теплые вещи. Опыт предыдущих лет таков, что люди, приезжающие с детьми по причине холодной погоды, испытывают трудности. Также я всегда напоминаю людям,
которые обеспечивают людей пищей и которые непосредственно контактируют с гостями о том, что когда они кладут пищу гостям, они должны учитывать их предпочтения. Понятно, что это является трудным делом, но насколько это возможно, надо стараться это делать. Если когда-то для этого нет возможности, то надо сообщить об этом гостю красивым образом, чтобы не вызвать у него неприязнь. В этом году на джальсе будут использовать тарелки из другого материала. Говорят, что те тарелки, которые использовались раньше, должны использоваться до определенной температуры, поскольку при высокой температуре из них выделяются вредные вещества. А наша пища обычно бывает очень горячей. Главный организатор джальсе Саланы показал мне тарелки, которые будут использоваться на джальсе в этом году. Они сделаны из специального картона, и они тонкие, поэтому люди, раздающие пищу, должны учитывать это и в случае необходимости использовать по две тарелки. Отдел, отвечающий за распределение пищи, должен правильно наставлять своих работников в этой связи. Затем есть отдел транспорта, который тоже является очень важным отделом. И в этом году, по той причине, что место парковки расположено чуть дальше, поэтому будут использоваться специальные автобусы. И организаторы джальсы должны активно использовать эту систему организации транспорта, чтобы люди могли вовремя прибыть на джальсу. Люди, приезжающие на своих машинах, тоже должны учитывать то, что парковка для их машин будет находиться далеко, поэтому они должны планировать время, чтобы вовремя попасть на джальсу. Также есть и другие отделы, которые должны думать об обеспечении максимальных удобств для гостей, и в соответствии с этим они должны работать и воспитывать своих помощников. Работники отделов, работающих непосредственно с гостями, и отдел по обеспечению безопасности по причине нынешней ситуации в мире должны проявлять большую активность в своей работе. И вместе с этим они должны заботиться о проявлении уважения к чувствам гостей. Отвечающие за проверку идентификационных карт должны проявлять особое внимание с первого до последнего дня. Когда какой-то человек выходит с территории, где проходит джальса Салана, при его возвращении каждый раз его надо проверять. Но вместе с этим надо заботиться о том, чтобы гость не подумал, что они проверяют только его и относятся к нему плохо. Одним словом, я хорошо понимаю, что джальса Салана организуется только на определенное время. И по этой причине могут быть какие-то недостатки, ошибки. Они есть даже там, где есть постоянное место. Но мы должны стараться по мере своих сил, умений и средств предоставить гостям все возможные удобства. Каждый человек, участвующий в джальсе Салана, является гостем Хазрата Обетованного Мессии Алейхиссалам. И по причине того, что он является гостем Хазрата Обетованного Мессии Алейхиссалам,
Мы должны считать его особым гостем и прилагать все силы для оказания ему достойного гостеприимства. И хотя на Джальсе Саляна есть главный офис, который анализирует работу всех отделов, и если в работе какого-то отдела есть какие-то недостатки, то они сообщают о них главному организатору Джальсе Саляна. Но руководителям всех отделов следует выбрать определенных людей, чтобы они следили за работой своего отдела, и в случае нахождения каких-то недостатков, они должны сообщать о них руководителю своего отдела. И таким образом, это не только улучшит их работу во время джальсы, но и поможет улучшить их работу во время джальсы саляна в следующем году. Хазрат Абитаван и Мессия алейхиссалам в одном месте, увещевая о том, что человек должен следить за своими ошибками, изрек: руководитель столовой должен учитывать потребности гостей джальсы. Но поскольку он один, то он не всегда может учитывать это. Некоторые вещи забываются, поэтому ему должен напоминать о них другой человек. И лучшим способом напоминания является назначение руководителем какого-то человека, который будет ему напоминать и анализировать имеющиеся недостатки. Мы должны оказывать одинаковое гостеприимство и как бедным, так и богатым. Хазрат Абитаван и Мессия алейхиссалам для нашего наставления обратил наше внимание на некоторые мелкие вещи, и он очень тонко объяснил нам способы оказания гостеприимства. В одном месте Хазрат Абитаван и Мессия алейхиссалам изрек: новые люди, незнакомые с общиной, приезжающие к нам, то есть речь идет о тех гостях, которые недостаточно хорошо знакомы с общиной и приезжают на джальсу саляна из разных стран. Хазрат Абитаван и Мессия алейхиссалам продолжил: забота обо всех потребностях гостей джальсы является нашей обязанностью. Иногда люди даже не знают, где находится туалет, и по этой причине они испытывают большие трудности. Так что мы должны заботиться обо всех потребностях гостей. И обязанностью людей, которым поручена эта работа, является то, что чтобы у гостей не возникло никаких жалоб, потому что люди приезжают сюда, совершив путешествие в сотни тысячи километров, для того, чтобы правдиво и проявляя высокую нравственность, найти истину. Хотя Хазрат Абитаван и Мессия алейхиссалам сказал это о гостях, не являющихся мусульманами Ахмади, но мы можем найти такие наставления Хазрата Абитаванова Мессия алейхиссалам, в которых он обращал внимание членов своей общины на гостеприимство и на гостеприимство во время джальсы саляна. И как я уже сказал, гости не Ахмади, которые участвуют в джальсе, и представители СМИ анализируют общее поведение мусульман Ахмади. Так что уровень нравственности работника каждого отдела должен быть очень высоким. Затем в одном месте Хазрат Абитаван и Мессия алейхиссалам изрек: согласно моему принципу, если даже приезжает гость, который даже начинает ругаться, то мы должны проявлять терпение. Так что независимо от того, является ли гость Ахмади или не Ахмади, даже если он ведет себя грубо, надо проявлять терпение. Как
Один человек, сообщивший об уровне гостеприимства Хазрата Обетованного Мессии Алейхиссалям, написал: «Высокоуважаемый довод Аллаха, Обетованный Мессия Алейхиссалям является великим и живым примером гостеприимства святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Люди, которые часто находятся в обществе Хазрата Обетованного Мессии Алейхиссалям, хорошо знают, что если гость испытал небольшое неудобство, независимо от того, мусульманин Ахмади он или не Ахмади, это вызывало большое беспокойство у Хазрата Обетованного Мессии Алейхиссалям. И по отношению к искренним мусульманам Ахмади в душе Хазрата Обетованного Мессии Алейхиссалям было большое чувство уважения и любви. Так что мы тоже должны проявлять это чувство уважения и любви к гостям, приезжающим на джальсу Салана. Хазрат, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, относительно важности гостя и проявления уважения к нему, изрек: для уверования в Аллаха и Судный день необходимо совершать три дела. Говорить хорошие слова или молчать, проявлять уважение к своему соседу, и третье – это проявлять уважение к своему гостю. Так что уважение к гостю также является одним из условий уверования в Аллаха и Судный день. Кроме этого, есть еще и другие условия, но мы можем сказать, что для достижения высокого уровня веры гостеприимство тоже является одним из условий. Относительно гостеприимства я также хочу сказать, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, особое внимание уделял улучшению религиозного состояния и воспитания гостей. В одном хадисе говорится, что после того, как гости были накормлены, они выразили желание поспать, и он отправил их на ночлег в мечеть. И когда наступило время молитвы фаджр, он всех их разбудил для совершения молитвы. В системе организации джальсы Салана есть отдел по воспитанию, и этот отдел создан для того, чтобы обращать внимание гостей на молитвы и будить их на молитвы фаджр и тахаджуд. Но они должны делать это с любовью и мягкостью. Одним словом, это были некоторые аспекты проявления гостеприимства, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Дай Аллах возможность всем волонтерам и работникам джальсы Салана служить гостям обетованного Мессии Алейхиссалям наилучшим образом. После пятничной проповеди я совершу заупокойную молитву джаназа гайб в отсутствии тела покойного по двум покойным. Имя первого из них — уважаемый господин Саид Мухаммад Ахмад, сын уважаемого господина доктора Мир Мухаммада Исмаила, разиллаху ангу. Он скончался 13 июля 2017 года в возрасте 92 лет. «Инна лилляхи ва инна илляхи роджиун». Он был старшим сыном господина доктора Хазрата Мир Мухаммада Исмаила. Мать верующих была его тетей по отцу. Его первый брак был заключен с младшей дочерью Хазрата Мирзы Башира Ахмада, госпожой Хазрат Шаукат Султаной. Этот брак был заключен в 1906 году. Он не имел детей от этого брака. Его второй брак был заключен в 1917 году с госпожой Аматуль Латифой Бегим. Она была дочерью господина Хазрата Мухаммада Шафи Дехлеви, бухгалтера Садр Анджуман Ахмадия. От этого брака у него родились 7 дочерей и 3 сына. Покойный господин Мир Мухаммад Ахмад окончил школу в Кадиане в 1939 году.
Затем он получил степень бакалавра в Государственном колледже Лахора. В 1943 году он стал курсантом Индийских королевских военно-воздушных сил. Он имел трех сыновей и одну дочь. Один из его сыновей, господин Хашим Акбар, служит на посту главы Ахмадийской мусульманской общины в Хартлипуле, Великобритании. Его дочь, госпожа доктор Айша, в настоящее время живет в США. Покойный господин Мир Мухаммад Ахмад написал историю событий Второй мировой войны. Свою трудовую деятельность он начал в 1943 году в качестве летчика-курсанта. Он принимал участие во Второй мировой войне. Он был летчиком-истребителем военно-воздушных сил Великобритании. В 1945 году ему пришлось совершить аварийную посадку во время боевых действий в Бирме. Его самолет разбился, однако он спасся чудесным образом. В 1947 году он был переведен на работу в гражданской авиации Индии. Затем он работал летчиком в индийской национальной авиации. В 1947 году умер его отец, и в связи со сложной обстановкой в стране он не смог принять участие в похоронах отца. Он приехал в Кадиан только спустя два дня после похорон. Он принимал участие в следующих событиях, связанных с историей Ахмадийской мусульманской общины. В период его службы в авиации, во время раздела страны на Индию и Пакистан, Хазрат Абитаванный реформатор, разиллаху анху, выкупил два малогабаритных самолета. В то время община нуждалась в летчиках. Он рассказывал: «Однажды ночью мне сообщили, что меня срочно вызывает Хазрат Мирза Башир Ахмад, и я тут же отправился в Кадиан. В Кадиане мне сказали, что Хазрат Сахибзада Мирза Насир Ахмад, будущий третий халиф обетованного мессии, в то время служивший на посту главы Худамул Ахмадия, молодежной организации общины, будет руководить процессом переселения членов общины, а я буду его заместителем». Одним словом, к этому времени они уже завезли в Пакистан много необходимых для этого вещей. Он рассказывал еще об одном интересном и важном событии. Он писал: «Однажды утром меня вызвал в свой офис Хазрат Абитаванный реформатор, разиллаху анху. Он сказал мне: сегодня я поручаю тебе самую дорогую для меня вещь. Ты должен привезти ее в Лахор и передать господину шейху Баширу Ахмаду». «Ты должен также передать ему мои слова о том, чтобы он сохранил эту вещь. Также ты должен привести мне записку о том, что он ее получил. По возвращении оттуда ты передашь эту записку мне». Господин Мир Мухаммад Ахмад продолжил: «В то время я был еще молодым и несмышленым, я подумал, что сегодня Хузур вручит мне казну общины или другие драгоценные вещи, которые я должен доставить в Пакистан. Но спустя несколько минут Хузур встал и принес мне небольшую дорожную сумку, шитую из холста. У нее даже был сломан замок. Эта сумка была наполнена бумагами. Он положил эту сумку передо мной и сказал: некоторые части моих комментариев к священному Корану уже опубликованы, другие его части уже написаны, но пока еще не опубликованы. Есть еще много частей, которые нужно написать. Дописать и закончить комментарий к священному Корану является миссией всей моей жизни. Я работаю днем и ночью, и сидя, и стоя, находясь в движении, находясь в любом положении, когда ко мне приходит та или иная мысль относительно аятов священного Корана, я сразу записываю ее на бумаге и храню в этой сумке, чтобы использовать их в соответствующее время. Я не разложил эти листы по порядку, но тем не менее они представляют для меня большую ценность». Далее он сказал: «Я взял эту сумку у обетованного реформатора и доставил ее в Лахор в целости и сохранности. Прямо с аэропорта я позвонил шейху Баширу Ахмаду, затем я передал ему эту сумку и взял его записку». В
Одним словом, это очень длинный рассказ. То, что Хазрат Абитаванный реформатор вручил ему свои записи, комментарии к священному Корану и наставил его доставить их в целости и сохранности, является историческим событием. Затем, в 1950 году, Абитаванный реформатор приказал ему вернуться на его прежнюю работу. Он служил в авиации до 1965 года и дослужился до должности командира экипажа. В течение своей службы он окончил и другие курсы в Великобритании. Также с 1960 по 1963 год он был инструктором армейского командно-штабного колледжа в городе Куэйта, Пакистан. Кроме этого, он был начальником по военному планированию. В 1953 году он прибыл в Великобританию для прохождения курсов. В то время миссионером Великобритании был господин Чудри Захур Баджва. Покойный написал: «Я окончил свои курсы, и мне оставалось несколько дней до полетов. Я пришел в миссионерский дом господину Баджве, и он организовал мне встречу с господином Карнелом Дугласом и познакомил меня с ним. Однако, одним словом, мы вместе с ним отправились к Карнелу Дугласу. При встрече с ним я поинтересовался у него о судебном деле, связанном с обетованным мессией Алейхиссалам. Господин Карнел Дуглас рассказал, что в те времена он служил в должности заместителя комиссара в городе Гурдаспур, Индия. Он сказал: «Я хочу рассказать вам об одном событии, которое произошло со мной за несколько лет до того, как это дело об убийстве пришло ко мне». Однажды в бытность своей службы в должности заместителя комиссара города Батала я ехал в поезде из Амритсара в Баталу в последнем вагоне первого класса. Прежде чем отправиться из Амритсара, я получил сообщение от заместителя комиссара города Гурдаспур. Он хотел встретиться со мной по очень важному делу. Он сообщил, что встретит меня на вокзале города Батала. Когда поезд прибыл в Баталу, я не увидел его там. Я подумал, что он ищет меня в первом вагоне первого класса. Я вышел из своего вагона и быстро пошел в сторону головной части поезда. Пройдя две трети платформы, я увидел одного человека с опущенными глазами и светящимся лицом. Его лицо обладало таким магнетизмом, что, увидев его, мое сердце и разум содрогнулись. Мне показалось, что этот человек равнодушен ко всему мирскому. Он спокойно шел в обратную сторону платформы. Я не мог отвести глаз от его сияющего лица. Он продолжал внимательно наблюдать за его лицом. Этот человек прошел мимо меня, но я продолжал смотреть ему вслед. Я шел и продолжал смотреть в его сторону. То есть, обетованный Мессия, алейхиссалам, шел в одну сторону, а господин Дуглас шел в противоположную сторону и продолжал смотреть в сторону обетованного Мессии, алейхиссалам. Далее он пишет: «В это время в мою сторону, с флажками в руках, шел помощник начальника станции. Мы с ним столкнулись, и он упал. Он был индусом, и поскольку Индия находилась под управлением англичан, он стал просить у меня прощения. Далее он пишет: «В это время в мою сторону с флажками в руках шел помощник начальника станции. Мы с ним столкнулись, и он упал. Он был индусом, и поскольку Индия находилась под управлением англичан,
Он стал просить у меня прощения, хотя он и не был виноват. Я спросил у него, кто этот человек. Помощник начальника станции ответил: «Разве вы его не знаете? Это господин Мирза из Кадиана». В этот момент я находился в эмоциональном состоянии, поскольку я ни разу в жизни не видел такого сияющего лица. Я находился под этим впечатлением в течение длительного времени, и только по прошествии долгого периода времени я забыл об этом. Когда я был назначен судьей, мне принесли это дело об убийстве. Изучая его, я понял, что оно было сфабриковано безукоризненно. То есть в нем не было никаких недостатков. Я пришел к выводу, что преступник обязательно должен быть наказан. Но когда я узнал, что в убийстве обвиняется Мирза Гулам Ахмад из Кадиана, я вспомнил об этом событии, произошедшем со мной на железнодорожной станции в городе Батала. Мое сердце не могло признать того, что этот человек мог совершить такое преступление, и не только совершить, но даже подумать о нем. Одним словом, я был очень обеспокоен и взволнован. Я неоднократно изучил это дело и не мог найти в нем никаких изъянов. Находясь в этом состоянии, я вызвал к себе английского офицера полиции, чтобы посоветоваться с ним относительно этого дела. Я спросил его, где в настоящее время находится Абдул-Хамид, обвиняющийся в убийстве по настоянию Мирзы Гулама Ахмада, в полицейском участке или в церкви. Услышав мой вопрос, полицейский задрожал от страха и понял, что они допустили ошибку, поскольку они еще не забрали Абдул-Хамида, и он находился в церкви. После этого этот офицер полиции встал и, сказав, что скоро вернется, ушел. Спустя некоторое время этот офицер вернулся и сказал, что они допустили ошибку, не поймав его. Он сказал, что Абдул-Хамид находился в церкви, и что только теперь они арестовали его. Одним словом, Абдул-Хамид признался в том, что это дело было сфабриковано, и что он дал ложные показания ради того, чтобы получить деньги у церкви. Одним словом, после этого судебного процесса я с почетом освободил господина Мирзу. После этого я обратился к господину Мирзе и сказал ему, что если он хочет, он может подать судебный иск против тех, кто сфабриковал это дело. Однако господин Мирза сказал: «Мое дело связано с Богом, и поэтому у меня нет необходимости выдвигать против них иск». Это были два исторических события, произошедших с покойным. Одно событие связано с разделом Индии, с перевозкой вещей в Пакистан. О судебном деле, связанном с Карнелом Дугласом, знали и читали многие, но об этой части, связанной с этим делом, мало кто знал. Как я уже сказал, он был старшим сыном господина доктора Мир Мухаммада Исмаила. Он был членом комитета по избранию халифа, поскольку он был сыном сподвижника обетованного мессии алейхиссалам. Он принимал участие в выборах 3-го, 4-го, 5-го халифов обетованного мессии. Он говорил, во время выборов халифа людей охватывают сильные чувства и эмоции, и поэтому я могу свидетельствовать о том, что халиф даруется Всевышним Аллахом. Поскольку человек думает об одном человеке, а Всевышний Аллах направляет сердца к тому, кого он желает избрать халифом. Покойный был благородным, регулярно молящимся и молчаливым человеком. Относительно его любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его дочь пишет: «Он самозабвенно любил Всевышнего Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха ему. Он всегда наставлял меня стараться ежедневно ощущать величие Всевышнего Аллаха. Он говорил, что нет никакой пользы в богослужении только по традиции. Когда он читал жизнеописание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из его глаз текли слезы. Он часто с любовью и страстью рассказывал о различных аспектах жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он всегда поминал Всевышнего Аллаха во всех мирских делах, будь это плавание или прогулки. Он был милосердным отцом и заботился обо всех своих детях. Он всегда наставлял своих детей крепко держаться за институт Ахмадийского халифата.
Он имел прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. После избрания меня халифом, он поддерживал со мной прочную связь, проявляя искренность и преданность. Пусть Всевышний Аллах простит его и возвысит степенями в раю. Пусть его дети продолжат его добродетель. Вторая молитва будет совершена по покойной госпоже Махмуде Бегим, супруге господина Чодри Мухаммад Садыка Бхати. Она была матерью одного из наших миссионеров, господина Асгара Али Бхати, который в настоящее время служит в Нигерии. Она скончалась 16 июля 2017 года. В возрасте 73 лет. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Ее семья приняла Ахмадия в 1928 году посредством ее деда по отцу господина Чодри Сарвархана. Ее сын пишет: она провела свою жизнь, проявляя бережливость и сдержанность. Она была уважаемой женщиной. Вся ее жизнь была наполнена молитвами и терпением. Она безгранично любила институт Ахмадийского халифата. Она принимала активное участие в делах общины. Она была очень скромной женщиной и помогала бедным. Она любила совершать намаз и читать священный Коран. Она ежедневно вставала в 3 часа ночи для совершения молитвы тахаджуд. Она рассказывала, что стала совершать молитвы тахаджуд еще до своего замужества. Она никогда не пропускала намаз тахаджуд из-за лени. Она быстро готовила завтрак и выполняла другие домашние дела для того, чтобы совершить молитву Ишрак. Ее муж был главой общины в течение 28 лет. В течение всего этого времени она всегда проявляла гостеприимство. Кроме этого, ее сын пишет, что она всегда помогала бедным людям, несмотря на свое финансовое положение. Она всегда совершала намаз, сталкиваясь с каким-либо беспокойством или трудностями. Несмотря на свое трудное финансовое положение, она дала образование своим детям. Ради этого она продала свои золотые украшения и скот. Она перенесла смерть своих родителей, братьев, двух внучек, но никогда не жаловалась. Она была мусья. Она оставила мужа, двух дочерей и 6 сыновей. Как я уже говорил, один из ее сыновей, господин Асгар Али Бхати, служит миссионером в Нигерии. По этой причине он не смог принять участие в ее похоронах. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах примет все ее мольбы в отношении ее детей. Пусть будет так, чтобы ее дети продолжили ее благие дела. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر